Полиомиелит – острое высокоинфекционное заболевание, которое выводит из-под контроля нервную систему человека. За считанные часы вирус может привести к общему параличу, а также поразить головной и спиной мозг. Чаще всего полиовирус нападает на детские организмы до 5 лет. При еще слабом иммунитете заболевание может привести к смерти. В Сахалинской области ежегодно 1000 детей получают вакцину от полиовируса. За 10 лет в островном регионе вспышек заболеваемости не было. Методов лечения, восстановления на сегодняшний день не существует. Для того, чтобы предотвратить такое тяжелое заболевание, детям начинают делать прививки от полиомиелита с 3 месяцев. В области существуют 2 вида вакцин от опасного вируса. Инактивированное лекарство прививают малышам в первый год жизни. Для детей старшего возраста существует модифицированная живая оральная полиомиелитная вакцина в каплях. 26 апреля именно ее состав собираются обновить во всем мире. Фактически изменится лишь одно условие. Раньше вакцина состояла из 3 компонентов. В ней находились 3 штамма вируса. Однако с 1999 года 3-й компонент уже не циркулирует в природе. И его наличие в вакцине бессмысленно. Она лучше формирует иммунитет, потому что как бы, чем более многокомпонентна вакцина, тем как бы, эти штаммы конкурируют между собой. А здесь будет 2 всего штамма в этой вакцине, и, соответственно, напряженность иммунитета будет выше. Сегодня вакцинацию от полиомиелита в основном проходят только дети. С 3 месяцев малышей уже защищают от опасного заболевания. Также в исключительных случаях вакцину получают и взрослые. В основном это беженцы и жители стран, где полиомиелит сильно распространен. Полиомиелит вроде как заболевание не очень распространенное, но я знаю, что бывали вспышки. Поэтому прививаем, оздоравливаемся. Мы дочери делали давно, потому что мы все прививки делаем за здоровых детей. Делали. Да, конечно, обязательно. Чтобы, не дай бог, не заболели мы. Единый день перехода в России на обновленную вакцину назначен на 26 апреля. Поставлять вакцину в область начнут немного позже. Во всех детских медицинских учреждениях использование 2-валентной вакцины от полиомиелита начнется в следующем полугодии. Для жителей области привезут более 50 000 вакцинных препаратов.